Ну, вот так вот у меня выглядит клубника в туннелях. Высаживал, ну, как видите, сами посмотрите, тут она очень отстает, очень сильно в развитии отстает. Сорняки здесь какие-то растут. То есть у нее только вытягивается, начинает листва. Вот так вот она выглядит. Цветоносов пока не очень много. Точнее, вообще практически нету. Вот здесь цветоносы есть. Вот такой хороший здесь цветоносик. Вот так вот он выглядит. Отставание хорошее такое. Вот эту грядку, вот этот туннель, мы накрыли на неделю позже. Ну, сами видите, я, наверное, все-таки, если у меня будут туннели, дальше туннели сейчас тоже покажу. Так, здесь у меня малинка, вот у меня. Кстати, немножко переключимся на другую тему. Вот у меня малина, это у меня сорт Джуанжей. Вот он, у нее листики отрастают. Если небольшую такую веревочку, этот шпагат натянул, чтобы оно в этих пределах здесь удерживало, как бы. Давайте сразу я вам покажу здесь все, чтобы потом не ходить. Так, ну здесь у меня клубника, ну так всяк, вырастет, не вырастет, значит, здесь я горох посадил. Здесь у меня чеснок растет. Вот у меня персик цветет. Сорт я не знаю, не могу сказать. Главное, чтобы подоносил, чтобы не горчил, чтобы сладкий был. На сорт вообще ноль внимания. Здесь у меня хора биазия растет. Ну, здесь тень постоянно, не знаю, вырастет, не вырастет. Так, для разнообразия. Вот красота. Такая вот здесь выглядит. Вот цветет персик. Вот так вот он выглядит. Так, сейчас быстренько по малине пройдемся. Так, вот это два кустика у меня моровила. Вот она цветет. Так, вот этот пролет. Это у меня химботоп. Кстати, каплю я здесь смонтировал. Здесь, ну, пролил. Это у меня химботоп, все. Это вот тут у меня зюгана посажена. Ну вот, потихоньку начинает расти. Так, это у меня все джуанжей. Джуанжей растет. Здесь у меня этот... Да, прикольно. Уже этот смородина черная, черный бумер сорт называется. Листики уже прям смородиной пахнут, так красиво, прикольно. Так, это балаган, это июльская посадка. Здесь тоже активно все цветет, все растет. Сейчас проветриваем. Так, вот здесь 4 туннеля вот этих. Здесь у меня посажена клере. ЗКС, закрытая корневая система, открытая корневая система. Ну вот, смотрите, вот так вот она выглядит. Только-только начинает потихоньку подниматься. Это учитывая, что рассада офигенная вообще. Вот такое вот хорошее большое отставание. Так-то хорошенькие, вот тут потихоньку начинает и сердцевинка лезть. Ну, планы на будущее такие, что вот здесь вот у меня сколько? 6 туннелей, здесь я буду делать балаганы. Потому что в балаганах удобнее работать с клубникой, удобнее. Ну, вообще она быстрее, сами увидели разницу, она сама быстрее зацветит, зацветает по себе. И хорошо себя чувствует, и тепло хорошо держит балаганы. Здесь у меня ими была чахленькая рассада. Тут так периодически прорываем траву. Но по сравнению с тем, что до этого Эми слабенькая еще была, сейчас она хоть в рост пошла. Хоть начала немножко расти. А вот здесь вот клере справа у меня находится. Вон так вот до горизонта. Кажется, что метров 30, наверное. На самом деле здесь грядки поменьше. Здесь по 8 метров примерно они. Так. О, лягушка там моя. Эй, лягушка, ты там где? Стой. Вот моя.